Центральный банк Индонезии начнет тестирование цифровой рупии с целью повышения эффективности национальной платежной системы. Как сказала представитель банка Сусиато Дэви, центробанки других стран уже проводят испытания цифровых валют для использования в качестве официальных альтернатив существующим криптовалютам. Банкноты, которые мы сейчас используем, могут быть конвертированы в цифровую валюту. Главным отличием государственной цифровой валюты станет ее обеспеченность активами. Министерство торговли Индонезии рассматривает использование биткоина в качестве инвестиционного инструмента. Цифровую рупию планируется привязать к физической банкноте, а также к уровню инфляции.